Так, едем за Дефазиком, блин. Только от него пыли. Так, этой машины толком в кадре еще не было сейчас. Есть там болотные точки, сказали где-то. Посмотрим. Не уйдут. Такой, смотри, новый асфальт какой-то, да? Ну, недолго, по-моему, он. Кусочек, да. Ой, это тоже участник. Сузуки какая-то. Что там он исполняет? А он на туре танкист или нет? Да не знаю, судя по поведению и шлему, задрижу исполняет. Какие-то фигуры высшего пилотажа он выдавал только что. Сейчас что-то покажет, я думаю, еще. Блин, он по полю едет быстрее, чем по асфальту, да? Ну типа да, нет, а мы медленнее едем. Он еще бы не выпал на нас. Ну да. Близко не подъезжай. Ёханы бабай. И торможение не вообще. Какая-то жесть вообще. Это шимми у него, наверное, ты знаешь. Это он в шимми попадает. Тут дорога еще неровная. Колбасят передние колеса. Так, ну поворот опять же. Похоже. А, ну да, тут до хрена точек будет. Вот. Много, да? Много мы сейчас поехали, да. Ну сейчас все сюда приедут, я думаю. Там зубы уже там, наверное. Пошли искать. Так, около 100 метров в сторону. Ну, тут простенькая, да? Туристическая, да? Зеленая. Однобальная. А может и нет. Да, вот так бессмертная копейка ездит там, где монстры. Не однобальная. Более. Да. Наверное, то, что 5, да? 1, 5. Наверное, 5, наверное. Давай, короче, назад. Вон точка. Еще посерьезнее есть. Или такая же почти. Макс, мы ставили на них уже крест, сказали, что дела плохи в Митсубиси. Большие машины все меньше и меньше покупают. О, мы уже приехали, кстати, да, что-то мы приехали, да? 40 метров слева от нас. Так, ну пока экшена нет, пока туризм. Все просто легко. Хотя нет, такой туризм с препятствиями. Какие-то слышны голоса еще слева и видны автомобили. Да, там несколько автомобилей. О, тут мы серьезных встретили джиперов. Поедем. Звук не слышал, блин, капец какой звук. Поехали, поехали за ними. Это серьезные очень, да. 4 литра. Кирпич. Это новенький какой-то. Слышишь, тебя уже какого вообще в кузове возят, да? Ты не понял. Начальство идти сзади. Это не овощ, начальство идти сзади. За рулем кабриолета. Я не понял, ты пазик тебя сюда спустишь? С утра поцеловали ее. Резкий-резкий очень. Доброго дня. Привет. Это тоже резкие, тут все резкие. Так, а как он там уже оказался? Где-то перескочил через бугор. Едем за 70-кой. Посмотрим еще ее. Вообще надо было за бессмертной копейкой ехать. Опять бугор, все. Я надеюсь, наверное, посерьезнее, да. Вниз надо туда спуститься. Не, просто он стоит уже, штурман. В общем, простенькие, простенькие точки. И весь оффроуд. Так, друзья, точка на столбе, просто посреди дороги. Не выходить, да? Да, все просто.
Смотрите, кто тут у нас попал за случайно. Правда? Мужчина, а как вы тут оказались? Это с хлеба, с хлеба выпросил, это сухаря. Сейчас будет жесть, сказали. Что квадры побоялись езжать, капец, что там за точка? Не, квадри... Так, ВАЗ 2107. Это легенда. Капот открыт, СССР. Да. СССР. Ну, закипило просто, ну что, уже капот открыт. Ну, не стало перекурить, отдохнуть. Так, что-то лает опять тут. Что-то не попутало, что туда поехало, ты видишь? Угу. Так, есть какой-то овраг. Сейчас будем смотреть, что тут за жестяк. Что там, есть жестяк? Есть жестяк, сказали, наконец-то. Да. Так. Ну, если ходом пойдешь, тормозить нельзя. Тормозить нельзя. На передаче можно, на передаче. Понижу, да, желать его включить не надо, да? Да, сразу. Сразу. Только на передаче. Так, ну тут так. Надо только подниматься. Ну, надо подниматься, отвечать за тормозом. Ну, жестко. Красивое место. Я так и думал уже. Туризм минус один на семерке, это показатель. Да, у меня же тоже семерка. Правда, трохи другая модель. Ну, все равно какая разница. Производитель немножко другой. Это бренд. Солдаты, это бренд. Все. Бака семерка, смотри, семерка за тело. Малыш, сказал, иди, вот пацаны. Звук не пишет? Пишет. Так, что-то он там исполняет такое. Влад, блокировку! А точка вон вверху. Блокировку включи! Вот оно. Так ты туда не лезь, тут у тебя пониженная не включается уже сегодня после обеда. Нам вряд ли выйти. Да, да, хорошо идешь, Игорь. Давай. О, раз задним ходом сдал. Вчерашний вечер включается. Это жестко. Давай. У нас тут воспоминания прошлой ночи. Яркие. Тяжелой ночи оффроудной. Да вниз не едет. Так, а куда же он едет? Не, он куда-то влево сейчас идет. Может, пойдем посмотрим? Страшные. Да и не переварится чуть-чуть. Ну, хоть заедет. Так. Тут. Куда-то? Куда-то поехали. Дальше тут просто какая-то жесть уже, вот эта точка, видите, как высоко тут, вертикально. Все раскопано. После, тут уже не одна машина проехала. Нет, тут простенько все. Тихо. Тут реальный экстремал идет на победу. Слышь, у вас же клуб не экстремал, у вас же монстры, елки. Да, монстры, блядь, ты должен лететь, как Супермен, рука вверх. Начинает, да? У тебя орел над головой. Не, я начал на чем, на яхте. На санках. Да, о. Тебе на санки сразу положить, чтобы лежали в кузове. И ты можешь спускаться тут в таких местах. И как она туда будет выезжать? На лианах, в джунгли. Ну это интересно будет, как он будет выезжать. Вот это жжет. Слышь, ты немного испачкал задок. Игоречек, задок, включи блокировку. Вот его след.
Слышишь? Так у тебя проходимость круче, чем у Тойоты. Я думаю, можно лучше сюда выехать. Давайте. Тут можно развернуться, да, наверное. Так лучше туда и выехать. А вообще выехать? Выехать вообще, тут вообще делать. Да нет, ты там не выедешь. Вот сюда? Вот там, тут там они на себе круче набагато. Пробуй. Давай. Сейчас будет экшен, я понял уже все. Давай развернусь. Все, я понял. Не, Игорь, подожди, пусть пилот, он знает тут места просто, он уже... Он местный, да, местный. Ты тут просто только с горки один раз съехал, да. Ты еще не так разбираешься. Развернется, что не развернется? Так отходи, ты сегодня не в форме, блин, в оффроудной. Тяжелый. Не спящей ночи, блин, в башке. Тяжелый, да. Это договорно. Газовые потиху ходили. Беру не умею, ты бачишь его? Ну не просто тут что-то немножко. Челебеха и барачек. Да, если там есть возможность развернуться, конечно, лучше бы там. Я тебе говорю, что назад буду тяжело бы давать. Да. Ну будет пробовать. А я же знаю. Один из лучших внедорожников в мире. О, это правильное слово, блядь. Да? Это патруль Колун. Это Toyota Ралеечка. Это ты побоишь, что надо на делать. Дакар можно ехать, да? Я не понял, зато на круговой бы умел такие ветер, на. Да? То есть если патрули и колуны, если дебильный, блядь. Но сегодня тебе надо чуть отдохнуть будет. Да. Сегодня надо такую щадящую ночь мне. Щадящую, хотя да. Два часа покима. Хотя бы лучше 4. Не, завтра мы выйдем на круговую. Это будет такие ветер, блядь. Попробуй вправо руль до конца. Давай, красавчик. Я подсказал вовремя. Да, ну за что ее давно. Красавчик, хорошо. Сейчас. Влад, подравняйся, наверное, вперед чуть-чуть. Да. Влево крути, вперед подравняйся. Аккуратно, только медленно. Да не, потом назад сразу поедешь. Впишешься. Тут развернуться надо, вот сюда разворот сейчас. Дай пора. Не просто тут, в общем. Потихоньку только, тихонечко. Что такие точки? Это блеф. Кругова. Блеф, да. Покажет. Кругова покажет, кто ты срал. Игорь, я уйди оттуда, Игорь. Уйди оттуда. Ляжешь. Смотрите, тут циклы исполняют. Хорошая артикуляция, конечно, машина правильная. Ну не знаю, тут выезд достаточно сложный. Решили не разворачиваться, а выехать сюда попробовать. Понижение огромное, Лапландеры мосты. Вправо подравняйся. Так, колесо в воздухе, вернулся на землю. Тут надо на лебеде подтянуться чуть-чуть. Не просто тут. Все, сейчас подтянутся, да и все, да. Так и снимаю. Давай я держу. Да, штурман все. Работает. Ломи, блядь. Осторожно, не упади, тут, я блин, обрыв. Да, монстр. Настоящий, это монстр. Даже без санок может, без снега и без санок может спускаться с любой горы. А там семерочка пошла. Семерочки все отлично, болотные даже точки ребята брали. Тут дерево крепкое, я думаю, сейчас будет непросто, но подлебедятся.
Отойди оттуда, Игорь. Чуть-чуть влево руль, чуть влево. Ровно поставь, ровно, все. И потихоньку помогай. Вот он идет, вот что. Тут хорошо, конечно, лапландеры понижения, да? Там вообще, да, мега занижены. Вот только потихоньку идет. А вот тогда бы я себя подрываю. Ну, мне-то ладно, я уже старый, то не то не. Да, да. Я, да, я молодой. Работу робот. Так, что-то мне эта ветка не нравится. А мне тоже, ну, я ревнусь. А фонарь? Проходна, да? А фонарь? Да, фонарь там бронированный. Крепкий, бронированный? Это ж Тойота, это ж не патруль дебильный. Это Тойота, это роли. Смотри, а вон еще что-то тут мешает, чтобы лебедку не сломала палка. Что балакать, это Тойота. Хорошая лебедка. Что балакать, это же Тойота. Тойота, да. Ладно. А херня. Идет. Вдяхну. Вправо руль, вправо, вправо. Пройдет. Проходной, давай. Да, лапландеры, гидроцилиндр, тут технично все сделано, защита он на цилиндре. Шикарный автомобиль. КЗ. Две хорошие лебедки. Что тут вы все видели? Слышишь, Игорь, это похоже на то место, где был финиш рейда тогда, да? Нет, не доехали? Мы тоже далеко не доехали. Ну да, там и было дальше. Ну, похожие места красивые какие вообще. До финиша рейда отсюда вообще 10 километров 30. Ого! Да. Ну, где-то мы по маршруту чуть-чуть ехали рейда. Вот мы вообще не ехали. Мы ехали. Не, там раньше где-то было чуть-чуть. Да, раньше чуть цепляло. Там на Ольшану, когда мы ехали, проезжали трассу, там было чуть-чуть цепляло. Взяли точку, мы даже не успели с машины выйти. Каждый куш тут знал, ну, лет 25 назад. Сейчас уже не. Да, сейчас уже. Сейчас уже заросло все. Ты не понял. Так, что тут, взяли они? Смотри. Я думаю, да, ходом должны были зайти. Иди. Так она что, стоп, она такого же... Она слаба. Так она что, такого же цвета? Не, мы берем только буры. Быстрее, у него руки болят уже. Его сейчас дверью травмируют. Убери руку с проема. Блядь, слушается. Зубы. Да? Оцей буры, да. Не, ну тебе надо отдохнуть будет. Дивись, полтора часа. Смотри, я буду контролировать твой отдых, охранять, мух отгонять, блядь. Не, ты не понял. Полтора часа. Отдыха. Ставлю на три круга вот так. На три круга ставлю просто. И все. И на эти точки, на. Ну, это такие. Ну, это мы отдыхаем, катаемся, да, воздух, да. Дышим. Скажи, воздух. Смотрим, как Влад управляет 70-кой, да? Да. Номер не видно. Влад, отойди. Номер не видно. А видно? Как хорошо вообще. Теплый день. Где-то примерно градусов, наверное, 17. Плюс. Солнышко, красота вообще, природа нереальная. Тоже плюс оффроуда огромный. Село Полова. Мы тут не ехали по рейду? Нет, где не ехали. Да ехали, я тебе говорю, вроде похожие места. Не, похоже, но мы сюда не ехали. Мы ехали километров 5. В сторону, да? Смещалось, да, в сторону. Ты тут все знаешь. Троечка Жигули. С молнингами. Такое ретро. Так, тут выход с точки. Ребята уже взяли что-то. Пока все достаточно просто. Так, зеленый человечек убежал от нас. Ну, а слева камыши. А, вот и справа камыши, кстати. И справа камыши? Справа камыши, слева камыши. О, тут вода. Подожди, ты так близко не подъезжай. Тут оффроуд сейчас так будет. О, смотри, сколько их много. Смотрите, кого мы встретили. Сам Белый Волк. Едут сюда, отлично. Встретили еще Белый Волк. Так, тут реально вот такие посетители. Да, интересные точки прямо с асфальта.
с остатков асфальта, ну, куда-то был. Белый волк, где ты? Это жесткий парень. Давай, 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 давай. Шо? А цвет-то не прошлогодний? Уже характерные звуки. Так, а вот и бизон. Посмотрите на это зрелище. Что-то он перекошен немножко, или там штурмана. Не поднимается все равно. Белый волк однобальную точку. Поехали. А бизон пошел. Что-то посерьезнее брать, наверное. Нива гелик. Все уже? Жесткие ребята. Да, хорошее место. Выход. Выход и заход с твердого. И сразу болото с двух сторон. Одевают одежды. Белый волк просто на время работает очень шустро. На ту сторону, Ир, на ту сторону. Это когда вот туда надо. Вот там, вот там. Жопой туда. Ох, какие-то там звуки. Четко идет. Ого. Есть. Так, тут какие-то акробатические этюды. Это бревно лежит под водой. Чуть не проехал. Ох, там и звуки. То ли патрули. Так, ну тут пошел. Сейчас посмотрим впереди, что гудит такое. Какое-то там рубилово неимоверное. Так, ну нашли мы тут жизнь, да? Ого. Там жестко. Они тут выдавали только что по звукам. Я так и подумал, что это они.